Ну, давайте, расскажите вкратце слов. Отдых, к сожалению, подходит к концу, но мне хотелось бы выразить глубокую благодарность всему обслуживающему персоналу, врачам, медсестрам, работникам, кухне, всем, кто так гостеприимно нас принимал в этом санатории. Было просто великолепно. Чудесное лечение, прекрасное отношение к нам. Благоприятствовала погода, чудесно оформленный участок. Очень понравился культмассовый сектор, который просто великолепно организовал нам отдых. После лечения, конечно, хочется как-то отвлечься от всего этого, от болезни, от застарелых, скажем, проблем. Вот здесь это все получилось просто великолепно, потому что я чувствую себя отдохнувшей, бодрой. Вот, и так думаю, что вполне возможно, можно будет и приехать сюда еще раз. Потому что здание новое, условия внутри подходящие. Я думаю, все, с кем я здесь познакомилась, все остались очень довольны. Добро пожаловать, Ясель еще. Да, вы знаете, мы назвали ваш санаторий Ясельками. Да, действительно. Да. Так что добро пожаловать в Ясельду. Сестры. Она похожа на ясельки. Спасибо большое. Всего доброго.